Всем хай, народ! Вы на канале SkyTop Games, и это краткие новости касаемо игры «Война миров». Итак, главный разработчик Раф вышел на связь с фанатами недавно в своем Дискорде. С момента последнего геймплея на YouTube стало довольно тихо. Последние два месяца внимание сместилось на создание и реализацию многопользовательской среды. На прошлой неделе началось открытое тестирование многопользовательской игры со всеми закрытыми тестировщиками-патреонами. А это значит, что проверяются пределы возможностей серверов многопользовательской игры. Разработчики War of the Worlds поделились новыми свежими кадрами закрытых бета-тестов. На данный момент, повторюсь, идет настройка качества игры, различных систем исправления багов. На карте Трелла можно наблюдать до сих пор три главные задачи перед ранним выпуском игры. Настройка многопользовательской игры, оптимизация и настройка NPC. С прошлого ролика мы помним, что с этими вещами есть некоторые проблемы. Но если Раф сказал, что начались тесты, а ведь «Война миров» будет заточена именно на этом, то если реализация пройдет успешно, игра приблизится к финалу на 50%. Оптимизация как главный ключ, конечно, тоже. То есть, я думаю, в конце года, возможно, мы сможем приобрести этот продукт. Ну а теперь давайте глянем на некоторые моменты закрытых тестов. Что-то новое мы, возможно, откроем для себя с этих кадров. Буду рад почитать все ваши комментарии. А вот разбор мы проведем, когда Раф нам скинет новый геймплей.